Сегодня в Тюмени презентовали медали для всероссийских дельфийских игр, которые стартуют в областной столице уже в эту субботу. Специально для соревнований Московский монетный двор выпустил 670 экземпляров. Бороться за них будут более 2000 молодых людей со всей страны, в их числе и тюменцы. О том, как готовятся участники, расскажет Яна Пелиховская. Хрупкая девушка и 16-килограммовый инструмент. Эта дружба длится уже 9 лет. Наталья Винокурова признается, без аккордеона она себя уже не мыслит. Вообще наш инструмент – это самый богатый, я думаю, инструмент из всех народных. Это как оркестр. На нем можно сыграть все, что угодно, любое произведение. На Дельфийских играх Наталья исполнит и старинный французский танец, и пьесу в современной обработке. При этом аккордеонистка оказалась самой младшей в своей возрастной категории. Соревноваться придется даже со студентами консерватории. Вот сейчас она играет фугу из партиты ми минор Баха. Это очень сложное произведение, и достаточно осмыслить его непросто. В музыкальную школу Анастасия Медведчикова пришла сама. Серьезность своих намерений ей приходилось доказывать даже родителям. Как-то был период, когда они считали, что музыка – это у меня просто увлечение. Но потом, видя, сколько я занимаюсь и как дела продвигаются, они поняли, что это на всю жизнь. Сейчас Настя учится на 4-м курсе колледжа искусств, выпускается уже в этом году. На горизонте Петербурга пока многочасовые репетиции. Есть только одно, что всегда нужно играть с удовольствием. От этого зависит и звук, и подача. Больше секретов нет. София Пахомова выступит в номинации «Эстрадный вокал». Педагоги говорят, она настоящий боец. 30 километров до музыкальной школы несколько раз в неделю. И в снег, и в дождь. Так уже 7 лет. Трудности, конечно, всегда были, и они сейчас остаются. И даже бывали такие моменты, когда хотелось все бросить. Это происходило тогда, когда была очень сильная нагрузка, было много репетиций. Сейчас репетиций стало еще больше, ведь это третья попытка Софии спеть на дельфийской сцене. В этот раз ставку сделали на сложную программу. Конкурс стартует уже в эту субботу. Яна Пелиховская, Вера Липухина, Николай Комаров. Тюменское время. Строим дома от 10 500 рублей за квадратный метр. Зотен Групп. Честное строительство. Телефон 609 300.